Всем привет! Меня зовут Денис, и сегодня мы начинаем новый проект национального телевидения «IT не обойти». Технологии окружают нас, куда бы мы ни пошли, начиная с телефонных разговоров, заканчивая приготовлением еды. Они также легко даются детям, насколько сложно привыкают к ним взрослые. Именно об информационных технологиях сегодня и пойдет речь. В первом выпуске программы вы узнаете, как заставить автомобиль двигаться одним движением руки, зачем робота Лунтика отправили в детский сад и какая компьютерная программа поможет добраться на работу вовремя. Позабыты хлопоты, остановлен бег. Вкалывают роботы, а не человек. Над тем, чтобы строчка из песни стала реальностью, сегодня трудятся не только ученые, но и дошкольники. В Чувашии уже с 5 лет малыши собирают своих первых роботов. В минувшие выходные они продемонстрировали свои успехи на региональном этапе Всероссийской олимпиады робототехники. Заодно и понаблюдали за старшими товарищами. Меня зовут Семен, мне 7 лет. Я построил гоночный автомобиль. Сначала надо включить программу и махнуть тут рукой. И она поедет. Сейчас я вам покажу. Самые маленькие воспитанники Чебоксарского кружка робототехники презентуют свои первые работы уже через пару месяцев занятий. Пока их пластмассовые питомцы умеют реагировать на свет и двигаться в заданном направлении, а собирать их из конструктора Лего доставляет малышам еще большее удовольствие. Мы собираем вначале кабину. Нет, и после этого кузов. Мы в кузов поместили мотор. Сложно было собирать грузовик, который возит молоко? Немножко сложно было. Что было самым сложным? В чем? Было самым сложным собирать кузов. Вот в основном Николай все, собственно, собирал, но я немножко, может быть, там чуть-чуть помог. Вы программист? Нет. Машина выезжает, датчик расстояния реагирует на машину и мотор вращает флаг. Нажимай на кнопку. Сначала назад, теперь вперед. Все? Ага. А флагшток? Флагшток почему-то не поднимается. Пока не все удается, но ребята делают лишь первые шаги. В будущем им предстоит еще больше вникнуть в электронику, механику и программирование. К тем, кто постарше, требования предъявляются построже. Они являются полноценными участниками регионального этапа Олимпиады. Победители отправятся уже на всероссийский конкурс, который состоится в Казани 8 июня. Около 80 команд из всех районов Чувашии соревнуются на нескольких площадках – лабиринт, траектория, ловля жемчуга и боулинг. Суть испытания известны еще до начала, но лишь на самом конкурсе участники знакомятся с конкретным заданием. И теперь их задача – внести в программное обеспечение роботов корректировки и дополнения, иначе поставленная цель не сможет быть выполнена. Набор деталей у всех одинаковый, но каждый собирает робота на свой вкус, поэтому выглядят они оригинально и кажется, каждый обладает своим характером. Но на самом деле его поведение лишь результат написанной программы. Сдается цикл, и в цикле дается это условие. То есть робот видит стену, он делает обороты. Крутится, то есть, поворачивается. Если не видит сцену, он едет дальше. Вот желтенький – это вот то, что условие. А зелененький – это вот то, что он едет. Илья и Дмитрий готовят своего робота к испытанию под названием «Лабиринт». Машина определяет, есть ли перед ним стена и ищет проход в следующую ячейку. Побеждает тот, кто пройдет дальше всех и найдет выход. Выполнить задание траектория сложнее. Робот должен двигаться по черной линии, сбить по пути некоторые предметы, а другие захватить и привести на базовую позицию. На этой площадке охотятся на жемчуг. Робот должен пересечь море менее чем за 30 секунд и выловить жемчуг определенного цвета, а на суше выгрузить шары из кузова. Задача не из простых, но все же под силу школьникам. Рядом на площадке расположился настоящий боулинг. Здесь представлены 2 студенческие команды. Попал.
Метрикс нам университет поставил в металлическую часть. Это от Лего, управляющий блок. Нет, конечно, составляющих некоторых, но обходимся без них. Это, так сказать, ну, не из комплекта шло. Пришлось создать трение, мешало вылету мяча из вот этой панельки. Пришлось добавить изоленту. Основа-то была уже по инструкции, мы собрали. Самое главное – это рука. Думали уже сами. Понятно, что у студентов технический потенциал намного больше. Легкие задачки им не интересны, а комплекты для больших сложных роботов стоят больше 100 тысяч рублей. Не каждый вуз может найти такие средства. Но несмотря на это, робототехника приобретает все большую популярность. В ближайшие 10 лет исчезнут десятки профессий, в том числе, я так думаю, что грязные рабочие профессии, как сварщик, маляр. Но исчезают такие профессии, как неожиданно, да, там, как водитель дальних рейсов. Уже в Америке, в некоторых штатах разрешили машины-роботы. Много роботов появилось в медицине. Роботы-переводчики уже переводят различные. Вот Skype может уже сегодня переводить с английского на испанском в реальном времени. В Чувашии тоже очень много роботов стало появляться на предприятиях. Известно, что мало кто уже хочет посылать своих детей рабочими работать на заводы. Ну, особенно в грязных производствах. Определенный смысл в этих словах есть. Особенно опасную, грязную, трудоемкую работу вполне можно поручить роботам, а людям оставить возможность творить и создавать. Сегодня ребята создают роботов, которые умеют ориентироваться в пространстве. Но уже завтра их разработки смогут помочь миллионам людей. Чебоксарский детский сад номер 7 приобрел такого помощника. Что умеет робот по имени Лунтик и зачем он пришел в детский сад, смотрите через несколько мгновений. Необычный персонаж в этой комнате вовсе не пугает детишек. Он отзывчивый, добрый и приходит не один. Сегодня вместе с ним Даша. Девочка еще ни разу не была в этой комнате реально. Здоровье не позволяет. Но знает каждого и нашла себе настоящего друга. Я играю каждый день с Дашей в разные игрушки. Каждый день к нам приходит Лунтик. И мы с ним играем, общаемся. А когда я болел, он приходил ко мне в гости, и я играл с друзьями в детском саду. Связь с Лунтиком устанавливается через Skype. Робот оснащен видеокамерой, динамиками, микрофоном и монитором. И с помощью специальной программы ребенок может видеть и слышать все, что происходит вокруг, общаться с окружающими и свободно перемещаться в пространстве. Воспользоваться чудоустройством могут и педагоги. Дети используют его как информационную копилку. А еще Лунтик может вести съемку мероприятий детсада как настоящий оператор. Даша, здравствуй! Лунтик не единственный интерактивный помощник в этом детском саду. Сенсорная доска, интерактивный музей и комната песочной терапии. Все для того, чтобы особенные детки не чувствовали себя одинокими. На специальный сенсорный стол можно установить десятки приложений, а работать с ним могут до 4 воспитанников одновременно. При этом каждому можно включить свою обучающую программу. Интерактивный стол помогает интеллектуально развиваться детям с диагнозом задержка психического развития, а также используется как инструмент диагностики. Нам очень понравилось. Это необычное такое нововведение. Этот интерактивный стол, он очень забавный, необычный, интересный. Ребенка очень увлекает. И не только ребенка, но и взрослого тоже может увлечь. Оборудование доказывает свою полезность на деле. В течение прошлого года 4 детей из группы Ликотека, где занимаются дети с задержкой развития, перешли в обычную группу. Именно дошкольный возраст – это тот сенситивный период, когда с этими детишками нужно развиваться. И очень важно, чтобы ребенок, а также и родитель не был изолирован от общества, а развивался наравне со своими сверстниками. Поэтому данную проблему, учитывая, что наш детский сад новый, что здесь должны развиваться инновации, то есть мы для себя взяли одним из направлений данную работу. Подобные IT-разработки помогли сделать шаг вперед в вопросе реабилитации когда-то безнадежно больных детей. Поэтому медики делают большие ставки на эту отрасль. Черная кошка прибежала к нам. Не секрет,
Технологии упрощают нашу жизнь. Например, раньше, чтобы узнать, какой поток машин проезжает тот или иной перекресток, работнику службы приходилось долгое время стоять на улице и вручную считать автомобили. Теперь эту задачу выполняют камеры и специальные программы. Как они работают, мы попытались выяснить в следующем сюжете. Стоять в пробке – стресс для организма, особенно когда сильно торопишься. Кажется, что ход светофора специально замедляется, а сердитый водитель на дороге все равно, что женщина на корабле. К несчастью, чтобы предотвратить возможность ДТП, необходимо увеличить пропускную способность дорог. И сделать это возможно, не только увеличив их ширину. В столице Чувашии внедрили автоматизированную систему управления дорожным движением. Детектор транспорта данный считывает в режиме онлайн количество машин ежесекундно, но интервал выдает в течение 5 минут. За один интервал на одном перекрестке может скопиться около 90 машин, а за час все перекрестки города проезжает в среднем около 25 тысяч автомобилей. В зависимости от интенсивности движения на перекрестке, система выбирает программу, заданный режим работы для уменьшения загруженности перекрестка. Мы можем заложить 8 программ, допустим, на перекрестке 50 машин, проезжает в этот период. Работа первая программа. Интенсивность, просчитал по детекторам система, допустим, количество машин 60, значит, уже работает другая программа. Такой вариант автоматизированной системы называется транспортозависимое управление. Кроме этого, программой предусмотрено диспетчерское и координированное управление. Первое подразумевает вмешательство сотрудника центра, а второе работает в режимах утро, день и ночь. Именно от времени дня зависит соотношение количества секунд, приходящихся на зеленый и красный свет светофора. В настоящее время в рабочем режиме работает 18 светофорных объектов. Это от кольца Роща до перекрестка улицы Ярославской с композиторов Воробьевых. Все светофорные объекты увязаны. От ЖД вокзала до улицы композиторов Воробьевых. В систему также включен участок от перекрестка Фучика-Богданка до по Гагарина до 50 лет октября. Завтра мы подключаем еще один светофорный объект, это Ядринское шоссе, улица Университетская. То есть мы хотим охватить въезды в город, то есть в летний период это наиболее проблемные участки, особенно в выходные дни, там в пятницу люди выезжают за город, скапливаются пробки, в воскресенье возвращаются. До конца 2015 года планируется включить в автоматизированную систему еще 18 светофорных объектов на сложных перекрестках города. Мировая практика показывает, что увеличить пропускную способность дорог светофорным регулированием можно, но не более чем на 15%. И все же жители города почувствовали эту разницу. Когда весь проспект как зеленый коридор, даже в утренний час пик сложно опоздать на работу. Мнение специалистов, работающих в центре диспетчеров, ситуация улучшается. То есть после того, как мы в рабочем режиме осуществляем управление дорожным движением на этих светофорных объектах, которые подключены, скопление транспорта значительно меньше. И в часы пик возможность проехать, например, по Московскому проспекту достаточно спокойно. Можно проехать без всяких заторов. Конечно, возникают там какие-то сложные ситуации, но это в основном из-за ДТП. Что и в этом случае мы вновь говорим об IT-технологиях. Они даже в самой напряженной ситуации сохраняют холодный ум. Количество гаджетов, без которых мы не можем обойтись, неуклонно растет. И речь не только о телефоне. Пульсометр, шагометр, веб-камеры, умные часы, приставки, датчики света, датчики движения. Список можно продолжать бесконечно. В мире этих устройств мы постараемся разобраться в рубрике «Юзабилити». Смартшет, фланшет, фланфон, даже плафон. Как только это устройство не пробовали называть. Но оно получило более красивое название – фаблет. От английских «фоун» – телефон и «таблет» – планшет. Это некий гибрид смартфонов и планшетов, как по габаритам, так и по возможностям. У меня в руках фаблет Мегафон Логин Плюс. Тонкий, легкий и элегантный, в основном за счет металлической вставки.
Кстати, она не гладкая, а с текстурой. Остальная часть с покрытием Soft Touch. И от этого держать смартфон в руках еще приятней. Задняя панель держится очень крепко, и нужно очень постараться, чтобы ее открыть. Так что сложно представить, что она вдруг отвалится. Кнопки включения громкости на боковых панелях очень тонкие. Хорошо это или плохо, удобно или неудобно, решать вам. Но я вполне легко с ними справляюсь. Сенсорный экран 5,5 дюймов имеет защитную пленку. Разрешение дисплея 540 на 960 пикселей. Это немного, но экран при этом очень яркий, сочный и не теряет качества под любым углом обзора. Немного о железе. Четырехъядерный процессор объемом оперативной памяти 1 гигабайт, встроенный 4 гигабайта. Но не нужно пугаться. Во-первых, в аппарате имеется слот для карты памяти объемом до 32 гигабайт. А во-вторых, Мегафон предоставляет неограниченное количество места в облаке. Приложение Мегадиск уже установлено в телефоне, так что смело можно закидывать фильмы через личный кабинет и смотреть их без тормозов. Кстати, еще о предустановленных программах. Сервисы Гугла, Яндекса, есть киностудия, поисковая услуга «Радар» и даже FM-радио. Ну и как же мы могли забыть, кому нужен телефон без камеры? Основная камера Мегафон Логин Плюс 5 мегапикселей, фронтальная 0,3 мегапикселя. Обращаю ваше внимание на солидную вспышку, а качество судите сами. А теперь главное – цена. При покупке фаблета вместе с тарифной опцией Интернет S или Интернет M смартфон будет стоить всего 3990 рублей. Без опции почти в два раза больше. Есть смысл сэкономить и вдобавок получить предоплаченный интернет. Он универсален, можно звонить, читать, играть, смотреть видео, пользоваться интернетом. И все это с комфортом. Даже к большому размеру быстро привыкаешь. В общем, те, кто бережливо относится к своим деньгам, но при этом любит функциональность и изящество, этот фаблет создан именно для вас. То, что когда-то было научной фантастикой, сегодня наша реальность. Так что же ждет нас в будущем? Это была программа «IT не обойти». До встречи в следующем выпуске.